классный. Я первый раз здесь, хотя первые 40 лет я жил и работал в России. Университет прекрасный, там, где все те здания, которые я посетил, мне очень понравились. И волонтеры очень симпатичные. Есть вещи, которые только сейчас будут отбираться. Мы будем отбирать молодых ученых, смотреть, как они. В общем, выделять из них лучших, давать им, ну, не путевку в жизнь, но просто поддержку, руку. Вот это, наверное, самое главное, что нас интересует, потому что я еще не только свои мегагранты отрабатываю здесь, но еще и комиссии по выбору в своей области, ну, лучших студентов. То есть вот это так, вот так мы и будем работать. Это очень здорово, что все это здесь делается. Вот так. Спасибо, Казань.